Уважаемые братья, хотелось бы сегодня вкратце нам напомнить, и братья тоже попросили давно, чтобы на эту тему что-то напомнить нам. Мы говорили с вами позапрошлую пятницу о делах сердец, то, что вначале, перед тем, как поклоняются Аллаху Субхану ва Та'аля нашей части тела, в первую очередь поклоняются Всевышнему Аллаху Субхану ва Та'аля наше сердце. Также у сердца, мы сказали, есть болезни, как физического характера, так и морального характера. Физически они лечатся там в больнице таблетками, операциями. Однако моральная болезнь, о которой Всевышний Аллах Субхану ва Та'аля говорит, если он не вылечится, хасира дунья валь ахира, то проиграет все, потерпит большой убыток в этой жизни вечной. Они именно на протяжении нашей жизни мы должны лечить эти болезни. Сегодня бы хотелось поговорить об одной из болезней сердца, о которой остерегали все пророки. Остерегал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Что она за собой несет, если человек не будет себя лечить от этой болезни? И всегда мусульманин, он не должен выискивать ошибки своего брата, искать за ним, что-то за ним следить, или выискивать его ошибки. Однако мы, когда говорим об этих вещах, мы говорим в общем. Если у кого-то это есть, такая болезнь, то он сам лучше о себе знает. И мы даем друг другу, как делаем напоминание. И дину насиха, и религия — это есть напоминание друг другу. Поэтому, когда брат брату напоминает об Аллахе, субхану ва та'аля, о посланнике Аллаха, саллаху алейхи ва саллям, это искренний брат. Это тот брат, который любит своего брата ради Аллаха, субхану ва та'аля. Это болезнь, уважаемое сердце. Это, уважаемые братья, болезнь, одна из болезней сердец, называется аль-кадиб, обман или ложь. Сегодня бы хотелось об этом поговорить, потому что на этой неделе только был свидетелем, когда братья, вроде бы, когда все у них хорошо, они вместе молятся, вместе намаз читают, вместе ифтар делают, обнимаются, шутят друг с другом, всегда вместе в путешествия выезжают. Как вопрос денег касается, там маленькая сумма, могут простить, чуть побольше суммы, все, начинают на шариатский суд. Самое главное, самое интересное, шариатский суд, суда такого нет шариатского здесь. Однако, когда человек приходит, мы хотим на шариат, на суд шариаты, мы говорим, суда здесь нету, и нет у меня таких полномочий, и ни у кого нету полномочий, чтобы какое-то решение вынести. Можете прийти в мечеть, вам ответят, если знают с далилями, что кто прав, кто не прав. Дальше Аллах Субхану ва Тааля между вами должен рассудить. Вы сами уже должны как бы. И шариат, вот это вот обращение в шариат не должно быть. На сегодняшний день, когда смотришь, у человека так хочет, как хочет Аллах Субхану ва Тааля, или как хочет посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, так скажем, вот этот вопрос, чтобы решить по шариату, стал как, астагфирулла, запасным аэродромом. Но если так не решили вначале обругали друг друга, проклинали друг друга, побили друг друга, а в конце уже давай теперь на шариат, субханаллах. Я ахи, райх нафсик, о ахи, облегчи сам себе. Следуй, что сказал Аллах Субхану ва Тааля, следуй, что сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, облегчи самому себе и в этой жизни вечной, и в судный день. И когда эти два брата встречаются, каждый клянется Аллахом Субхану ва Тааля, что он прав, второй клянется Аллахом Субхану ва Тааля, что он прав. Но однако здравый человек понимает, что кто-то один из них лжет, кто-то один из них обманывает. Поэтому мы хотелось бы не только в отношениях в бизнесе, но также в семейных отношениях, также с братьями, с близкими, с друзьями, со всеми людьми, человек, одно из качеств верующего человека – это то, что он правдивый и честный. И так звали пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, амин. Его качество было надежный, честный, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах Субхану ва Тааля говорит про посланников: «Улаика ллазина хадахуму Аллах, фабихудаху муктади». Это те посланники Аллаха, которых Всевышний Аллах Субхану ва Тааля наставил на прямой путь, и следовал же их пути. Также Аллах Субхану ва Тааля говорит нам, что для нас посланники Аллаха Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, пример для тех, кто верит в Аллаха и в судный день. Пример не только в облике, как он одевался, то, что у него была борода, саллаллаху алейхи ва саллям, красивая. Не только в этом, но в первую очередь и в делах сердец. Какой он был честным, в словах, как себя вел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы не только должны быть внешне соответствовать, стараться пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, но и внутренне тоже мы должны в первую очередь соответствовать посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Всевышний Аллах говорит: «Инна лякум фи расулиллахи кудватун хасана». «Лакад кана лякум фи расулиллахи кудватун хасана лиман кана ярджу Аллаху валь яума л-ахир». Для вас в посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, хороший пример, если вы верите в Аллаха и в судный день. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в хадисе, который передает имам Аль-Бухари и имам Муслим:
فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине правдивость, честность приводит к благочестию. И поистине благочестие приводит к раю, к джанна. И будет человек говорить правду и стараться быть правдивым, пока не будет записан у Аллаха как правдивище». Субханаллах. Когда человек перед Всевышним Аллахом, субхану ва тааля, его сыфа записан как правдивище, субханаллах, человек стыдится, когда если на него его кто-то назовет обманщиком из людей. А как перед Аллахом, субхану ва тааля, если он будет обманщиком? Будет человек говорить правду до тех пор, пока Аллах запишет его из правдивищих. И остерегайтесь лживости, обмана, сказал саллаллаху алейхи вассалям, поистине лживость приводит к грехам, и поистине грехи приводят к огню. И станет человек лгать, пока не будет записан перед Аллахом, как отъявленный лжец. Раваху аль-Бухари ва Муслим. То есть человек, первый раз он когда соврал, он видит, что ничего тут сложного нету, обманул я. Второй раз он уже привыкает. И до того он лжет, до того он становится, как бы у него такое сыфа, качество в нем зарождается, болезнь в его сердце, что он постоянно обманывает, в делах обманывает, когда торгует, обманывает, когда с семьей своей общается. Все он обманывает, обманщик, кадзаб, лжец. И перед Аллахом он записан как лжец, как кадзаб. Поэтому наше отношение к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, уважаемые братья, также будет искренним, если мы будем в своих действиях следовать за саллаллаху алейхи вассалям и своей душе неуклонно соблюдая сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Посланник, саллаллаху алейхи вассалям, для нас пример, для всех нас пример. Аллах, субханаху ва тааля, обращаясь к милости по отношению, из милости к нам, Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, говорит: «Я юха ладзина аману». Если призыв идет: «Я юха ладзина аману», «О те, кто уверовали», «О верующие». Человек, который уверовал в Аллаха, субхану ва тааля, тут должен быть бдительным и понимает, что Аллах, субхану ва тааля, обращается ко мне: «Я юха ладзина аману», «О те, которые уверовали». «Иттаку Аллах ва куну маа ас-садикин». «Бойтесь Аллаха и будьте справедливыми». «Бойтесь Аллаха и будьте справедливыми», сказал Всевышний Аллах, субхану ва тааля. Какая же степень перед Аллахом, субхану ва тааля? Какой же дараджат тот, который говорит правду? Тот человек, от которого исходит всегда правда. В Коране Всевышний Аллах, субхану ва тааля, сказал то, что степень правдивого человека занимает вторую степень после степени пророка, пророков, посланников Аллаха, салаватуллаха алейхим аджмаин. Всевышний Аллах, субхану ва тааля, говорит в сурате Ниса: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Те, которые повинуются Аллаху и посланнику, окажутся вместе с пророками. Смотрите, четыре степени. Первая – вместе с пророками. Вторая – вместе с правдивыми. Третья – шахиды, на третьем только уровне. Четвертая – и праведниками, салихин. То есть те, которые повинуются Аллаху и посланнику, они окажутся вместе с пророками, вместе с правдивыми, вместе с шахидами и вместе с праведниками, которых облагодействовал Аллах, субхану ва тааля. Как же прекрасный эти спутники, говорит Всевышний Аллах субхану ва тааля, как же прекрасны эти спутники. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Правдивому человеку, он, альхамдулиллях, он в этой жизни, он всегда тот, который говорит правду. К этому человеку люди относятся уже в этой жизни с уважением, пользуются доверием людей. Люди верят в его слова, охотно имея с ним дело, также хвалят его хорошо, отзываются о нем, если спросят о нем, он: «Я с ним, альхамдулиллях, поработал, я с ним имел отношение, я советую с ним работать» и так далее. То есть о правдивом человеке так отзываются. А о том человеке, который привык врать, обманывать, в делах обманывает ради своей какой-то выгоды, в этой жизни уже люди остерегают других людей от него.
И когда он умрет, о нем уже хорошо вспоминать никто не будет. А, это такой-то, такой-то обманщик был. Это продавал такой-то товар, клялся Аллахом, обманывал и так далее. Забирал деньги, не отдавал. Он своим детям лгал, со своими друзьями. Он всегда все, что говорил, он обманывал. То есть о нем всегда уже даже после смерти плохо отзываются люди. О правдивом человеке, честном человеке в этой жизни и после смерти хорошо отзываются в этой жизни. Аллах Субханаху ва Тааля говорит в Коране также то, что сифатуль казиб, вот это вот описание или атрибутика вот этого обманщика, его описание, это одна из описаний мунафикин, в первую очередь лицемеры, также это сифа, описание неверующих кафирин, и также это сифат шайтана, ля'натуллах алейхи, сифат шайтана, дьявола, сатаны, то, что он обманывает, то, что он врет. Сейчас мы узнаем это из Корана. Во-первых, про мунафиков, о которых Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Мунафики, лицемеры, инна ль-мунафикина фи дарки ль-асфали минан нар». Поистине лицемеры на самом дне ада. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валлаху яшхаду анна ль-мунафикина хумуль казибун». Аллах Субхану ва Тааля свидетельствует, что лицемеры являются лжецами. Также Аллах Субхану ва Тааля в сурат Аль-Бакара говорит: «Фи кулубихим марадун». В их сердцах болезнь. У мунафиков, у лицемеров. В сердцах болезнь, говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. «Фазадахум Аллаху марада, ва лахум азабун алимун бима кану якзибун». Их сердца поражены недугом, болезнью. «Да усилит Аллах их болезнь», говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. «Да усилит Аллах их болезнь, им уготованы мучительные страдания за то, что они лгали, за то, что они обманывали». Также Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Кто измышляет ложь, кто любит придумывать, кто любит обманывать? Неверующие люди». Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Иннама яфтариль казиба ллазина ла юминуна биллах, ва улаика хумуль казибун». Поистине ложь измышляют те, которые не веруют в знамение Аллаха Субхану ва Тааля, и они есть лжецы, которые не верят в знамение, в аяты Аллаха Субхану ва Тааля, они придумывают ложь, и они есть лжецы, говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Один раз Абу Дарда, радиаллаху анху, обратился к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и спросил: «Я Расул Аллах, хал ясрикуль му'мин?» «О посланник Аллаха, может ли верующий воровать?» То есть, если человек, скажем, он верующий, сбился с пути, шайтан ему приукрасил, он что-то украл. При этом он выходит из религии или нет? Или остается верующим? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: такое случается. Да, если человек украл что-то, он должен попросить Аллаха субхану ва тааля тауба, попросить Аллаха субхану ва тааля покаяния, но из религии он не выходит, он остается верующим. Дальше посланник Аллаха спросил у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Дарда: «Каль, я Расул Аллах, фахаль язниль му'мин?» «О посланник Аллаха, может ли верующий прелюбодействовать?» То есть, если человек совершил зина, прелюбодействие, выходит он из религии или остается верующим? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Бала ва ин кариха Абу Дарда». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Да, хотя Абу Дарда это и не по душе, хотя Абу Дарде это и не по душе». То есть он что имел в виду, саллаллаху алейхи ва саллям? Даже если человек совершил зина, такой губительный грех, за который должен просить у Аллаха субхану ва тааля всю жизнь покаяния, тауба, но однако он не выходит из религии. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Да, даже если совершил зина, он остается верующим. Даже если это тебе не нравится, о Абу Дарда». Дальше Абу Дарда спросил: «Я Расулуллах, хали якзибуль му'мин?» «О посланник Аллаха, а может ли верующий лгать, обманывать?» На что саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Иннама яфтариль казиба ман ла юмин». «Поистине лжет тот, кто не верует», сказал саллаллаху алейхи ва саллям. В другом хадисе пророк Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, похожем хадисе сказал то, что верующий может быть трусом. То есть есть такие люди, верующие, но в нем есть страх, может быть жадным. Он остается верующим, однако «ля якзибуль му'мин», верующий не обманывает, верующий не врет, сказал саллаллаху алейхи ва саллям. Это не является из качеств верующих людей. Почему верующий не может лгать? Потому что он верит в аяты Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Он верит
в слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине лживость приводит к грехам, поистине грехи приводят в огонь, в джаханнам, и останет человек лгать, пока не будет записан перед Аллахом, как отъявленный лжец». Последствия вот этого обмана, когда уже раскрывается, кто обманывал и так далее, уважаемые братья, это очень унизительно и мерзко. Лжец, он сам низок, с ним никто не хочет общаться, о нем предостерегают люди и так далее. Поэтому такое вот это плохое качество – обман, ложь. Также Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, в Коране, вообще в Коране более 280 аятов, более 280 аятов, где Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, остерегает нас от лжи, где говорит, что такое ложь, что это плохо. В одном из аятов Аллах, субханаху ва тааля, упоминает, что ложь вместе с ширком, с идолопоклонничеством на одном уровне. Сура Аль-Хадж, Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, говорит: «Фаджтанибу риджса мин аль-аутан». «Избегайте же скверны идолов и избегайте лживых речей», сказал Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. На одном уровне поставил. Даже если посмотреть, до исламский период у арабов, у бедуинов было такое качество, как правдивость, как честность. Если посмотреть историю Абу Суфьяна до того, когда он еще принял ислам, когда он сказал Ираклю про пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, правду, то есть он не солгал, хотя в его, ему было выгодно на тот момент обмануть, солгать. Однако Абу Суфьян сказал правду все о посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, будучи мушриком, будучи даже идолопоклонником, язычником. И тогда он сказал: «Валлахи, клянусь Аллахом, если бы я не стыдился того, что потом станут рассказывать обо моей лжи, то обязательно сказал бы о нем неправду и, или приписал бы ему то, чего он не говорил». Даже смотрите, мушрик, язычник, в то время, на тот момент был Абу Суфьян, он сказал: «Валлахи, если бы я не боялся, что после этого люди будут называть меня обманщиком, я бы обманул бы». И это было ему выгодно, Абу Суфьяну. Однако, даже если провести параллель, даже если мушрики не лгали, для них это было позор, что-то унизительное, ничтожное. Как может мусульманин обманывать? После этого мы должны задуматься, как может мусульманин обманывать? Обманывают, почему на сегодняшний день люди? Кто-то считает ложь чем-то незначительным. Другие убеждены, что ложь запрещена лишь в случаях, когда сопровождается присвоение чужого имущества. Тогда только нельзя обманывать. Третьих людей ослепили вот это стремление к мирским благам. Они хотят через ложь получить побольше благ. А некоторые просто подражают другим людям. Все обманывают, тот обманывает, и я тоже буду обманывать. Теперь мы хотим бы рассказать о том, что это еще более высшая стадия лжи, когда человек через обман хочет присвоить себе чужое имущество, через клятвы, через обман. Вообще ложь – харам, великий грех, мы узнали. Однако, когда человек хочет через ложь, через обман присвоить чужое имущество, что сказал об этом пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи салям? Предается, что Абдулла бин Амр ибн Аль-Ас, Ибн Аль-Ас передает, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда перечислял великие грехи и упомянул среди этих великих грехов окунающую клятву, ямину гамус, окунающая клятва. На что тогда люди не поняли, что это такое ямину гамус, что такое окунающая клятва? Что такое окунающая клятва, саллаллаху алейхи вассалям? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аллати яктати'у биха малу мри'ин муслимин хуа фиха казиб». Это клятва, содержащая ложь и позволяющая присвоить часть имущества мусульманина. То есть, когда человек говорит «Валлахи», например, продает часы, и говорит «Валлахи», они такие-то, такие-то, и обманывает, продает машину, сам знает, что там есть какой-то изъян, есть там что-то, проблема какая-то, и говорит «Валлахи, билляхи», там все нормально, она новая и так далее, а потом он знал, что обманывал, что она бита и так далее. Вот это и есть «Яминуль гамус». Это еще страшнее грех. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман иктата' хакка мри'ин муслим би яминихи, факад ауджаб Аллаху лаху нар, ва харрама алейхи лджанна. Факала раджулун, ва ин кана шей'ан ясиран, факал, ва ин кана кадибан мин арак». Раваху Муслим.
Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто с помощью ложной клятвы присвоит себе часть того, что по праву принадлежит другому мусульманину, Аллах обязательно вергнет в огонь этого человека и сделает рай для него запретным. То есть джанна для него харам будет, джаханнам, обязательно он попадет в джаханнам. Один человек из подвижников спросил: о посланник Аллаха, даже если это будет что-то незначительное, какая-то дешевая вещь, на что пророк, саллаллаху алейхиссалям, сказал: даже если это будет прутик арака, маленькая такая палочка, типа мисвака, даже если это будет, за это он, из-за этого он не зайдет в рай, для него будет рай харамом, и он попадет в ад, в джаханнам, валь-ияду билля. Какие же бывают виды обмана? Самый великий обман – это когда человек обманывает об Аллахе и посланнике Аллаха, саллаллаху алейхиссалям. Аллах в Коране говорит: «Валя текулю лима тасифу альсинатикум аль-казиба, хаза халалун, ва хаза харамун, литафтару аля Аллахи аль-казиб, инна аллазина яфтаруна аля Аллахи аль-казиба ла юфлихун». И не говорите то, что на ваших устах это халал, это харам, тем самым вы будете лгать об Аллахе. Те, кто лгут об Аллахе, не преуспеют. То есть человек не знает хукм, халал это или харам в религии, сразу отвечает: это халал, это харам. То есть не спеши, вначале удостоверься. Также о посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна аль-казиба алейя, лейса ка казиба аля ахадин, фаман казиба алейя мутааммидан, фалиятабаввау макаадаху минан нар». О люди, тот, кто обо мне лжет, пусть он не думает, что он ложь обо мне подобна лжи о ком-то другом. Тот, кто обо мне лжет преднамеренно, ему уже уготовлено место в аду, сказал саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому даже когда мы говорим, удостоверимся, сахиха это или нет, или приходит сейчас из Майский, альхамдулиллах, один брат у нас есть, постоянно он спрашивает, так это достоверно или нет. Если мы знаем, отвечаем, если нет, спрашиваем. Если вы не знаете, спрашивайте у обладателя знания. Поэтому ни в коем случае нельзя нам говорить, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и ты не знаешь, сахиха это или нет, достоверно это или нет, и говоришь от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это самая великая степень лжи. Также бывает ложь, когда человек обманывает, чтобы рассмешить людей, придумывает какие-то шутки. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Вайлю лиллази юхаддис, фаякзибу лиюдхика бихи лькаум, вайлю лаху сумма вайлю лах». Раваху Абу Тауд ва Тирмизи. Горе тому, кто рассказывает что-нибудь и при этом лжет, чтобы рассмешить людей. Горе ему, сказал саллаллаху алейхи вассалям. Также нельзя лгать детям. Даже бывает такое, что человек не придает значения и лжет детям своим. Например, говорит: иди сюда, я тебе за это там куплю что-то там и подарю. А ребенок, он ждет. А потом, когда вырастает, человек, отец удивляется: почему дети обманывают меня, злиться? А почему ты их обманывал в детстве? Об этом пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал хадис от Абдулла бин Амира, что передает, что мать его позвала и сказала: иди сюда, сыночек, я тебе кое-что дам. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: что ты хотела ему дать, когда он пришел уже? Она ответила, перед тем, как он пошел, она сказала: финики. На что сказал, саллаллаху алейхи вассалям: если бы ты ничего не дала ему, маленькому ребенку, тогда тебе была бы записана ложь, сказал саллаллаху алейхи вассалям. Уважаемые братья, мы должны понимать то, что ложь – это не качество верующего человека. Ложь – это качество, мы сказали, лицемера, качество кафира, качество неверующего, также качество шайтана. Аллах субхана ва тааля в сурат аш-шуара сказал: «Хал унаббиукум аля ман таназзалу шайатин, таназзалу аля кулли аффакин афим, юлкуна сам'а, ва аксарухум казибун». Не указать ли вам, кому, на кого спускаются шайтаны? Спускаются на обманщика и на грешника. Обманщика, то есть он ему в голову проникает, шайтан, и путает его. Поэтому всегда мы должны, альхамдуля, в какой-то маленькой, пусть это будет значительно, незначительно, всегда верующий должен быть правдивым, всегда должен говорить, быть честным. В первую очередь перед Аллахом, субхану ва тааля, перед самим собой, перед своими друзьями, братьями, перед соседями, перед людьми, перед близкими, перед всеми людьми. Верующий должен быть правдивым и знать, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Ля якзибуль му'мин». Верующий не обманывает. Верующий не обманывает. Также одна из лжей на сегодняшний день, которую можно заметить, и на этом закончим. Когда человек, прикрываясь религией, лжет о религии. И очень много это шарлатаны разные, там гадалки и так далее. И еще такие бывают случаи, когда человек говорит: ну как же,
Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: прогадалок миэтуль калима, миэтуль казиба. И 100 слов, 100 обманов. И тогда человек говорит: это такая-то, такая-то бабушка или такой-то, такой-то старик, он всегда молится и так далее, но он предсказывает. И вот здесь он еще больше заблудился. Почему? Потому что Аллах Субхана ва Тааля говорит: وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ. Тот, кто отдалился от поминания Аллаха, от Корана и Сунны, тот, кто противоречит Корану и Сунне, отдалился от этого, Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит: я закреплю за ним шайтана, который будет его карином, напарником. Этот человек будет думать, что он на прямом пути, однако этот шайтан будет сбивать его с пути. То есть он будет думать, что я на прямом пути, я же что такое, я молюсь, я там через Коран предсказываю. Некоторые такие есть люди, через Коран что-то предсказывают. Это, аузу билля, великий грех. Я же на прямом пути. На что Аллах Субхану Тааля говорит: этот человек, этого человека шайтан, этот карин еще больше сбивает, а сам человек думает, что он на прямом пути. И когда он придет к нам, говорит Всевышний Аллах, в судный день, этот человек будет рыдать, кричать, говорить: о, горе мне, я лейта, бейни у бейник, если бы мне, между мной и тобой было бы расстояние, как между Востоком и Западом, такого еще плохого напарника я не встречал. То есть этот человек будет сожалеть об этом. Поэтому, альхамдулля, в чем бывает, человек говорит, что большинство людей так делают, значит, это правда. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва ин тутиъ акса ман фил арди юдиллюка ан сабилилля». Если ты будешь подчиняться большинству, они будут тебя сбивать с пути Всевышнего. Поэтому истина не в большинстве, а истина в том, что говорит Аллах и его посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Акулу ма тасмауна, саллаллаху аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Баракаллаху фикум.